Привет, друзья! На дворе у нас февраль. Это у нас будет первый выезд. Надеюсь, удачный в этом году. Потому что уже ломка. Те, кто копает, меня поймут. Мне уже коп снится. Последний раз я нашел во сне закладуху пятаков Екатерины. И на каком-то лужку два пятачка Николая II. И что самое главное, так красиво их видел. С утра проснулся. И думаю, вот это был не сон. Так что сегодня чуток походим. На дворе где-то минус 2. Мы уже умудрились застрять. Где-то минут 40 выкапывали машину. Но откопались, доехали. Сейчас будем ходить. Здесь у нас луг, поле и река. Когда-то было. Сейчас речка вонючка. На картах нет ничего. Но место такое интересное. Одному Богу известно, что здесь было, кто здесь бегал. Так что не переключайтесь, я думаю, будет интересно. Смотрим. Солнышко спряталось. Стало чуток прохладней, но не очень. Земля твердая. Местами бетон. Даже не копаю. Но если сигнал подозрительный. Чуток попробовал, нет. Вот именно возле реки. Там, где вон брат ходит. Там еще можно, а здесь как-то потяжелее. Но если снега побольше, еще не очень промерзло. А если голая земля, вот как здесь, асфальт. Был интересный верховой сигнал. Вот у нас ямка. Выкопал и ногой пнул. И вот у нас, я надеюсь, первая монетка. Вот. Давайте вместе посмотрим, что это у нас. А кто его знает? Так, снег нам в помощь. Сейчас узнаем. Поздравьте меня, друзья. Первая монетка в этом году. Это деньга. Состояние, конечно, не очень. Но все равно очень приятно. Так как не копал уже давно. Уже забыл даже, какой сигнал у прибора. Деньга, походу, 31-го года. Ну да, орел еще такой. Более-менее живой. Так что с первой находочкой меня. Не переключайтесь, будем дальше искать. Вот, друзья, нашел сигнал 34-32. Уже 20 минут копаем вдвоем, чтобы видели, как копают зимой. Первые 20 сантиметров это бетон. Бедный фискарь в другую сторону прогибается. А когда продолбишь, уже вроде проще. Ну, я думаю, наверное, с моим счастьем какой-то шмурдяк. Сейчас попробуем. Давайте посмотрим. Проволока, наверное, какая-то. Здесь нету. Вот она, тварь. Видите? И так бывает. Консервная банка или крышка. Фух, во сколько прокопали. Но куда же без этого? Продолжим. Есть подозрение, что это у нас русло высохшей реки. Вот смотрите. Вот так оно шло и туда. Потому что сзади у нас река. Вон, чуток не доезжая к тем деревьям, до сих пор есть. И почему-то есть желание походить вот по этой стороне. Здесь такой более берег крутой был к речке.
справа от меня. Походим здесь, поищем. Так что я сейчас стою на дне реки. Здесь когда-то рыба плавала, а сейчас я стою. Охотники спугнули то ли косуля, то ли я не знаю, что это. Видите, как красиво бегут. Разве охота сейчас не запрещена? Вот еще пара. Не попали. Вся живность убежала. Ну и слава богу. Это, наверное, браконьеры. Не видели ихнюю машину издали, когда выкапывали свою. Все. Они в безопасности. Да, это косуля. Вон только голову видно. Вот они, злостные браконьеры. А может и не браконьеры. Я не знаю, сейчас охота разрешена или нет. Сегодня у нас 5 февраля. Так что, кто знает, напишите. Если охота открыта, значит не браконьеры. А если закрыта, значит это они. Все, убегают. Смотрите, чего я нашел. Это уже третий. Один может быть случайность. А третий это уже говорит о том, что где-то здесь был домик. Но судя по черепку, это советы. Или ранние советы, или поздний царизм. И домик, скорее всего, был вот он. Вот, видите, холмик растаял. Так что сейчас здесь походим более тщательно. Смотрите, когда ходите под ноги. Вот такие вот подсказки в нашем деле, очень ценная информация. Да, это 100% домик, много осколков, но домик не старый, не 700-е года. Или последние цари, точнее я уже знаю последние. Может быть и будут ранние советы. Вон там. Брат ходит. Фух, так, сигналов немного, если какие-то подозрительные. Вот выкопал первую монетку на этом домике. Фух, я ее уже нашел. Вот у нас... Это копеечка. Год еще не смотрел. Так, протер об снег. Сейчас посмотрим. Одна копеечка. Судя по всему, это у нас Николай II. Год не вижу, может вам будет видно. Частые находочки. Именно у нас петровские очень редко. А Павла еще не видел и в глаза. Такие попадаются. Ну что ж, покружим вокруг этой находки, как я рассказывал в предыдущих видео. Может, еще чего найдем. Поезд слышно. А если поезд слышно... Это у нас такая народная мудрость. Значит, будет тепло. Так, вот у нас первая монетка. Походил минут 15. Еще вот вменяемый сигнал. С вот такой вот ямочки. О. Вот у нас еще одна копеечка. Вот такая красавица. Наконец-то наш дождалась. Год у нас 1899, кажется.
правильно определил домик. Это у нас последние цари. Но все равно радует. Ну, состояние так себе. Но не как алик. Почистится и будет коллекцию. Или кого-то порадует. В карман. Вот и такие осколочки попадаются. Но это у нас, скорее всего, уже совет. Хотя, вот здесь у меня был интересный сигнал. Давай, покажи. Попробуем выкопать онлайн. На терке 44, глубина 2. Ну, это, конечно, может быть алюминий, но давайте посмотрим. Хотя бы один. Это как раз вдвоем сошлись. Вот видите, как все копается. Выключаю. А мы не выключаем, будем проверять. Вот такой он поп зимой. Давай еще поруби мою монетку. Мой раритет. Артефакт. Достань мне его, достань. Он мне нужен. Он меня ждал. Вот так вот копаем мы зимой. Я так понимаю, находок сегодня будет, наверное, немного, но накопаемся мы от души. Давай фискарь мне сломай. Так, сейчас включу прибор, посмотрим, где оно. Вон там. Вот будет смешно, если это ложка. Хотя очень возможно. Не-не, надо по кругу. Давай, может, я чуток. А ты поснимаешь. Да не, поломается лопата. Так, друзья, ну вы поняли, как копать зимой. Сейчас я камеру выключу, мы вырубим это в течение получаса и посмотрим, что это у нас, чтобы не забирать ваше время. Ждите. Руку больно. Топор надо было брать. Если это будет алюминий, я скажу плохое слово. О, опа. Где ты? Сейчас проверим. Где-то здесь. Не? Чудо не случилось? Ни хрена себе. Сказал я себе. Чтоб тебя, что это, домой тащить? Это же несерьезно. Бери лопат. И сигнал уже какой-то. Не сигнал. Итак, друзья, круг у нас поиска снизился вот до такого куска. Фух. Попробуем дальше. Не,
Не видно. Где-то здесь. Не видать. Не видать, не видать. Не пора ли нам поддать? Вот где-то в этом комочке, видите, все промерзло. Какая-то, скорее всего, нет, монета, смотрите. Ну, я думаю, монета, вот. Видите? А может и не монета, но будем надеяться на то. Так вмерзло. Как будто кусок бетона. Вот она, друзья. Это монета. Фух. Оно того стоило. Те были легко сверху. Это сейчас почистим и узнаем. Вот наша монетка. Это деньга, друзья. Деньга 1750 года. В довольно недурном сохране для таких монеток. Хвост орла нам говорит, что это Елизавета. Скорее всего, могу ошибаться, так как плохо видно, но кажется она. Сохран для такой монетки очень даже ничего. 20 минут копания того стоили. Это вторая у нас монетка 700-х годов в этом году. Ух, класс. Так, значит, мы здесь еще покружим. Солнышко какое вышло. В общей сложности где-то около 5 часов уже ходим. Хорошо, красиво. Стоит оно того? Конечно, стоит. Тот, кто ищет, тот меня поймет. Вот видите, сколько муравейников. Там везде муравьи. Сколько их же их здесь. Так, пойдемте дальше. Вот у нас что осталось с реки. Мы когда-то здесь рыбу ловили. Но ополонок нет. Выйти на лед некак. Попробовали. О, провалился уже. А ну попробуй лопатой еще раз. Вот видите. Никак. Так что рыба нас подождет до весны. Но река есть. Высохла еще не вся. Так, идем дальше к машине. Вот смотрите, у нас туда идет дорога, светлое будущее, а оттуда она пришла из светлого прошлого. Вот одна труба, видите, вот, раз, под дорогой, два, она из бетона, потому труба на месте. Это была металлическая, потому ее уже и сперли. Вот такая вот суровая реальность. Все, друзья, на сегодня все. Фух. Наш коп длился более 5 часов. Так сказать, зимнюю ломку сняли. Походили хорошо, отдохнули еще лучше. Да, находочек немного, так как на лопате снимать не буду, потому что не знаю, выйдет ли снять концовку. Батарея уже на подходе. Многие спросят, стоило ли оно того. Стоило, друзья. Тот, кто копает, тот меня поймет. Я если бы знал, что выкопаю даже одну монетку, все равно бы поехал. Фух. Так что, если понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, пишите грозные комментарии.
Заходите в гости. Все, кто не подписался, подписывайтесь на канал. Будем ждать весну. Пока.